Добрый день, меня зовут Валентина Ковердяева, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале «Свадебный и ивент-ревизора». Сегодня я хочу вас познакомить с совсем новой, но уже успевшей зарекомендовать себя как потрясающая, красивая, невероятная, масштабная, крупная, достойнейшая площадка. Площадки, которые находятся рядом с Рублево-Успенским шоссе, недалеко от города Одинцово, площадка Лапина. Здесь уже успели поработать такие звезды, как Стас Михайлов, Ани Лорак, группа «Звери» и многие другие. Ваши мероприятие может пройти в этих стенах. Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и я приглашаю вас в ивент-пространство Лапина. 800 квадратных метров – все техническое необходимое оснащение для проведения ваших мероприятий. В зале можно полностью сделать blackout, есть шторы, которые закрываются в ноль и открываются, если вам это нужно. Высота потолков более 8 метров, сцена, которая выдерживает вес легковой машины, несколько гримерных комнат, которые оснащены утюгом, гладильной доской, душевой комнатой. Есть все для того, чтобы провести ваше мероприятие здесь. 300 квадратных метров светлого и стильного пространства, где так приятно, где так удобно, где так легко можно организовать вашу welcome-зону, угостить гостей приятными блюдами с фуршетной линии, подать им и красиво засервировать линию с напитками, а также здесь возможно провести и выездную церемонию. Вы можете отталкиваться от стиля и декора, который уже есть на этой площадке, он сам по себе очень красив и достоин, или же вы можете согласовать его с вашим декоратором и оформителем, возвести здесь дополнительные колонны, поставить освещение, где-то добавить каких-то элементов декора. На самом деле предела для вашей фантазии и каких-то ограничений нет, поэтому хотите, желайте, творите и воплощайте в жизнь. Стоимость банкетного меню на персону от 10 тысяч рублей. Дегустация входит в стоимость. После того, как вы заключаете договор на проведение мероприятий на этой площадке, вы согласуете вместе с банкетным менеджером меню, выбираете несколько холодных закусок, горячую закуску, а также основное блюдо, приезжаете, пробуете и дегустируете. После чего меню утверждается, в день вашего мероприятия прям из-под ножа шеф-повар и его команда все приготовят и в самом лучшем виде подадут на стол вашим гостям. Что же касается алкоголя, здесь нет пробкового сбора, здесь нет каких-то дополнительных нюансов, которые вам нужно знать, просто вы привозите тот алкоголь, который хотите видеть на своем столе. Стоимость сервиса и обслуживания 10%. Стоит помнить, что когда вы берете банкетный зал в аренду, вы владеете им с 5 утра до 5 утра следующего дня. И это не только стены и пустота, в которую вы приезжаете, это также работа всей необходимой технической службы. Это охрана, которая впустит вас и откроет двери. Это необходимый клининг, если нужно что-то где-то убрать. Это официанты, которые также начнут работать не с 12 часов дня, как это бывает обычно, а прям хоть с 8-9 утра. То есть ваше мероприятие и этот зал полностью арендуется на одни сутки.
Я благодарю вас за уделенное время. Спасибо большое, что досмотрели этот видеоролик до конца. Если у вас остались вопросы о том, как можно провести мероприятие здесь, в банкетном зале, ивент-пространстве Лапина, или же свободна ваша дата, вы можете написать мне по контактам, указанным внизу под этим видео, либо же связаться со мной лично напрямую. Меня зовут Валентина Ковердяева, я организатор и ведущая самых красивых, масштабных и грандиозных торжеств по совместительству свадебный и ивент-ревизора. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока!